Для когось рік, що минає, був успішним, для когось не дуже. А от чи варто очікувати позитивних змін та оновлень у році, що прийде? Відповісти на це питання спробує ведична астрологиня Наталія Смирницька. Вітаю вас. Дуже рада, що ви до нас сьогодні завітали. Розкажіть, будь ласка, як складаєте власні прогнози і чим ведичний астролог відрізняється від звичайного? Ведична астрологія – она уже более 5000 лет основана на мудростях и священных писаниях Вед и Ариев. Поэтому она считается более древней астрологией, чем западная. Самое большое различие – это то, что западная астрология, она больше основана на переменах Солнца по знакам зодиака. Поэтому мы можем говорить, что в августе у нас львы, да, потому что Солнце находится во льве. А ведическая астрология, она более тонкая наука. Почему? Потому что она основывается на смене Луны. А які будуть особливості наступного року? Для кого він буде сприятливим, а кому треба зупинитися та перечекати негаразди? Удачным он будет для тех, кто максимально будет придерживаться режима дня. Потому что этот год влияние двух светил, Сатурна и Юпитера в знаке Козерога, это трудолюбие, терпение. Те люди, которые будут придерживаться ранний подъем, раннее укладывание, это важные аспекты этого года, они будут успешны на своей деятельности. Успех придет для политиков, которые не воровали, потому что этот год он будет вытаскивать занозу и показывать, где наворованные деньги. Много будет судебных дел и разбирательств. Именно выйдут из-под тени те честные люди и правители, которые преследуют идеологию, а не фанатизм в какой-то иной сфере. Да? Также очень удачно будет для, я бы сказала, матерей, которые ухаживали за своими детьми, за их воспитанием, проводили с ним много времени, потому что именно их дети сейчас будут впереди. Мамы, которые очень много работали, они будут много страдать в этом году, потому что дети просто будут вести себя обезбашенно, то есть будут причинять им страдания. Я бы отметила, что знак Козерога, знак Тельца и знак Скорпиона будет сложный период. Для них надо будет много работать над психологией, именно психологией этого мира, психологией собственной трансформации. Им надо расти как личностям. А более удачно это уже будет Лев, потому что они лидеры, и сейчас лидерам нужно идти вперед, нужно говорить о себе. Остальные знаки будут проживать более-менее спокойно. Як привабити наступного року удачу? Чи сприятливим рік буде для змін та оновлень? Ну, тогда начнем с того, что это будет год быка. Бык у нас терпеливый, поэтому это качество одно из главных на этот год. Бык у нас белый, да, как говорят, и бык травоядный. Чтобы пришла к нам удача, благоприятно этот Новый год встречать среди изобилия зелени, салатов и избежать мясных продуктов. Это очень такой важный момент. Очень благоприятно встречать в светлой одежде. Весь год проводить без черной одежды. Должна быть простая, строгая, без вычурных рюшиков, там, богатства, там, изобилия аксессуаров не нужно. То есть все должно быть строго, спокойно. С 11 февраля мы начнем Новый год. Сейчас неблагоприятно делать какие-то перемены, но мы будем видеть, что законы сильно меняются, и законы будут меняться в сферах пенсионных фондов, все, что связано со стариками, потому что это сфера Сатурна, с образованием, потому что это дети. Мы будем видеть, что образование сильно поменяется. И это год цифровой. Я бы так сказала. Уже с 5 где-то мая начнется сильная цифровизация, то есть переводить все-все в цифры. И благоприятно малому и среднему бизнесу в этом году уделять внимание своим персоналу обслуживания, я бы так сказала, подчиненным, потому что те, кто будет подчиненным давать прибыль, премии, какие-то подарки, обращать внимание на их психологическое состояние, да, этот бизнес будет на ходу. На чому варто наступного року закцентувати увагу, аби отримати максимум позитивних емоцій, вражень, результатів, і від чого треба відмовитися, аби не наразитися на небезпеку? Люди, которые умеют не быть расточительными, вовремя накопить еды, да, на несколько полгода вперед хотя бы, вовремя посадить, вовремя убрать, да, немного спать,
да, как бы все делать вовремя. То есть тайм-менеджмент очень благоприятно в этом году. И те люди, которые будут придерживаться этого режима своего рода, дисциплины, они будут чувствовать, что они на высоте. То есть у них будет прорыв в этом году. Також вітаю вас зі святами, що наближаються. Відсвяткуйте їх весело. Яких змін та оновлень очікувати у 2021 році? Будуть вони позитивними чи не дуже? Про це напередодні Нового року розповіла ведична астрологиня Наталія Смирницька.